На одном из направлений противник перешел в наступление. Дали понять противнику, что мы слабы. Ну, заманили их на передний свой край обороны. Подорвалась техника. Противник решил контратаковать с другого направления, на другом направлении. То есть у меня была развернута оборона. На левом фланге стоял первый взвод. Они начали первый отражать атаку. Противник решил развить успех и начать наступление с другого фланга. То есть в результате 4 машины американского происхождения БЭП были уничтожены, также подбит танк. Уничтожено в районе 15 националистов, 4 взято в плен, один из них был офицер. Остальные в попытках бегства, ну, вызывали артиллерию, накрывали их. То есть противник был уничтожен. Атака не удалась, они отошли на исходные позиции. Также были наступления на населенные пункты, то есть в связи с заминированными участками дорог. Продвижение на технике было невозможно, шли пешим. То есть в районе 6 суток мы со своей ротой двигались, так как развивали успех. И уничтожено большое количество националистов в ходе наступления. Спасибо, Рыжов.